Леону. Привет всем, Нил, Леон, Лера, всем привет. Передаем вам с речки Страча. Здесь очень классная погода, немножко холодно, ветерок, но это нисколько не портит общее впечатление от похода. Вот. Главное — это настроение. Настроение отличное. Дима, да? Конечно. Отлично. Замечательное. И самое интересное, что снег, вода и солнце. Вообще красота. Да, а воздух какой не передать. Сейчас еще пока камеры не передают, да? Свежий, да, воздух. Свежий. И настроение не передают. Да. Да, реально, то есть от свежего воздуха вообще бам-бам. Веслом добивал, но он выплыл. Это самое его плывет и снимает нас всех. Это он смел такой на камеру. Да, обычно да. Он скромный. Вот, ну что, давай гребем. Ну пойдем. Так. Чесночком. Бациллу убить. Дима, как там в Лиде сейчас? Нормально все? Я не знаю. Я там. А, ты не в Лиде сейчас? В Минске, да? Нет. А где? Когда ночую. Я там ночую. А, где живешь? В Лиде. Работаешь? В Лиде все, да. Работа, ночевка. Ну работа, все. Ночевка. Я. Катя, давай на камеру, мы специально подплыли. Дима, что? Дима, я не могу. Я снимаю фильм. Все. Все. Дима, иди сюда. Все, стартуем. Ладно, мы же крайне. А, я виноват, значит. Ну, ну ладно. Я матрос, можно. Да, сказали, весло положить. Руку протяни. Протяни. Ну да, Татьяна, топливо надо за это. Водородный гомельский напиток. Медицинский. Да? Можно обеззараживать? Да. Татьяна, можете занюхать камышом. У меня весло есть. Я еще веслом не занюхивала. Я себя вроде бы хорошо вел, чтобы веслом угрожать. Да, хороший. Давай. Компанию отлично. Опа. Давай, Димон. Димон, ты, да? Оп. Слушай, нет, подожди, я слева, давай справа. Давай. Мы когда собираемся, спрашиваем, а Димон следы будет? Будет. Все, поехали. Андрей говорит, себя нормально ощущает. Мы сейчас идем, самое правда, в конце, но ничего страшного. Мы наслаждаемся природой. Я один грибу, кстати, а Андрей балдеет. Перед нами Лида. Мы ее культурно стараемся не обгонять. Идем в форсаже. Сегодня нормально помаслать придется. Тяжело. Но зато физическая нагрузка. Замечательно. Ты меня, Дима, прям порадовал. Сальцо с чесночком, да? О, красота. Перекусом. Догнали основную группу, хотя шли в самом конце, где-то мы срезали, нормально так, хотя при этом, да, останавливались, балдели. Входим в лес уже, закончилось болото. Нет. О, лес прям, вот реально входим в лес.
Река проходит через лес, выходит из болота. Итак, подъезжаем к месту стоянки. Это наше место. Мы тут постоянно останавливаемся здесь. В прошлый раз мы останавливались. Я помню, так холодно было. У меня аж колотун брал. Давай, в гавань. Заходим в бухту. Назад. Вперед. Ух ты, мы вышли из бухты. Место здесь шикарное, конечно. И бухта у нас тоже шикарная. Специально под нашу лодку. Наоборот. Что они меня угоняют? Грести надо? А, вот оно в чем секрет. Все, я понял. А можно? Так, а ну нас... что? Раз, замерзли. Два, три, пошли на весло. У меня интернет включился. Подождите, я наш... разобралась, что надо отдохни, не Wi-Fi отдохни, отдохни. Дома, нам тяжелее, мы вдвоем. Раз, два, три, четыре. А ты раз, два, раз, два. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Это меня дошло, что я Wi-Fi включаю. Это ты? Нет. Медаль классная. Слушай, классная, где да. ты ее добыла? Нет, меня наградили утром. А, я понял. Я хотела быстрее на воду, мне сказали, второе место, куда ты кто первое? Не знаю, мне не сказали. Может, это будет сюрприз вечером. Здесь, правда, 19-й год. Да. Ничего. 15-го. Почти недавно. Не успеваю возбудиться. Дима. Так, остановка на перекус будет примерно через часа 2.5. Так. О, ну, не скоро. На голубых ходилах. Подожди, а? Дай вот здесь. Да, на беседу встанем, мы стол с тобой не брали. Замерзли? Поехали. Замерзли. О, там же ребят поехали нормально. Да. Пошла, родимая. Сейчас согреемся. Вот, на солнышке. Ну как, не замерзли? Нормально. Замерзли, не стопудово. Ну грабай, грабай. Гони по жилам кровь. О, нормально. Вот это скорость. Ой-ой-ой! Давай левее, левее, Андрей! Влево, влево! 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 Нормально! Берите левее! Левее!